несколько месяцев назад к нам пришла идея о том, что не только физически нужно восстанавливать бойцов, но и духовно. Ну и плюс столько льется грязи в сторону русских, нерусских, разделяет, пытается там на цвет кожи, на разрез глаз, на вероисповедание. Ну и мы пришли к тому мнению, что нам нужно мечеть небольшую и небольшую часовеньку поставить рядом друг с другом, в метре друг от друга. Это у нас будет часовня Георгия Победоносца. После передка, что ты хочешь? Хорошее человеческое отношение, достойное лечение и плюс прийти, побыть с Богом. Здесь они могут, вот два друга, два брата, которые получили ранение вместе, один мусульманин, другой православный. Они вместе пришли в разных домах, но Бог не видит. Здесь у нас мечеть. Она названа в честь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Ребята сейчас кладут теплый пол у нас и в часовне, и в мечети будет теплый пол. Также комната для омовения у нас, квадратура позволяет. Около 20-25 человек здесь смогут совершать намаз. Мне задают часто вопрос, почему вы решили вот на такой шаг, на территории СВО открыть два святых дома. Да для того, чтобы уже ни у кого вопросов никогда не было, что у нас нет интернационала в подразделении. Я считаю так, что это пример для других. Только объединившись, мы сможем победить. Не разделяя никого. Ни на цвет кожи, ни на вероисповедание. Все вместе.